Здравствуйте, друзья! В этом году игровое подразделение Warner Bros. Буквально скачет по горящим углям. В апреле издательство выпустило отвратительную ПК-версию Mortal Kombat X. Затем объявили о закрытии Infinite Crisis, а сейчас череда неудач, проблем и ошибок разлилась мощным крещендо в Готэме. Запуск Batman Arkham Knight на ПК обернулся полным провалом. Интернет заполнили гневные отзывы игроков, столкнувшихся с многочисленными багами и невозможностью включить русскую локализацию. Ограничение FPS до 30 кадров в секунду заметили только немногочисленные счастливчики, поскольку на многих конфигурациях игра с трудом добиралась даже до 20. Надо признать, в этой ситуации Warner Bros. Отреагировала наилучшим образом, извинилась, сняла Arkham Knight с виртуальных полок и подробно объяснила, как вернуть свои деньги тем, кто недоволен качеством игры. Ну а пока Warner решают проблему, играйте на PS4 и Xbox One. С консольными версиями все хорошо, ведь ими, в отличие от ПК-варианта, занималась сама Rocksteady, а не сторонняя команда из 12 человек. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В сегодняшнем выпуске: Call of Duty ушла к Sony. Создатели Bulletstorm снова на свободе. Бесплатный Fallout 4 для собирателя крышек. Slightly Mad Studios не просто так носит свое название. В студии действительно есть легкая сумасшедшенка. Судите сами, сперва англичане долго корпели над Project Cars и несколько раз переносили ее релиз. И когда все-таки выпустили многострадальный симулятор, то сразу же анонсировали сиквел. Такого хода поклонники явно не ожидали. Тем не менее, обещают 200 трасс, десятки классов автомобилей, кооперативный режим и проработанный онлайн. Пока Project Cars 2 заявлено только для ПК, деньги на ее создание уже вполне привычно просят у народа. Shenmue 3 недавно стала обладателем рекорда Гиннесса за самый стремительный игровой краудфандинг. Она собрала свой первый миллион долларов всего за 102 минуты после начала кампании. Поэтому Ю Судзуки решил ковать железо пока горячо. Геймдизайнер объявил, что за 10 миллионов студия сможет переместить действие триквела в открытый мир. По сравнению с 47-миллионным бюджетом оригинала, такая сумма покажется карманными расходами, но ее еще придется заработать. Сбор средств завершится через 18 дней, а на счету нет и 4 миллионов долларов. На прошлогодней E3 Microsoft анонсировала ремейк Phantom Dust. Многие даже порадовались, что занимательный гибрид стратегии и экшена самой первой зеленой консоли появится на Xbox One. Но зимой этого года корпорация сообщила о закрытии студии разработчика Darkside Games. Тогда в Redmond заявили, что ремейк подхватила другая команда, а сейчас вдруг сделали разворот на 180 градусов и сказали, что проектом никто не занимается. Кажется, у Microsoft появился свой The Last Guardian. Начиная с Modern Warfare 4, вышедшей в 2007 году, Call of Duty находилась под крылом Редмондской корпорации. Однако соглашение о временной эксклюзивности дополнений к играм серии подошло к концу, и Activision не замедлило заключить новое, но уже с Sony. С выходом Black Ops 3 все DLC сперва будут появляться на PS4, и лишь по истечении 30 дней их смогут купить владельцы остальных платформ. В свое время это помогло консолям Microsoft захватить лидерство по количеству игроков в Call of Duty, а если схема работает, то и менять ее незачем. А вот кое-кто другой решил, что сейчас самое время для перемен. Студия People Can Fly вышла из состава Epic Games и снова стала независимой, как в те прекрасные времена, когда она подарила нам ураганный Bulletstorm и дьявольский Painkiller. Если говорить языком бизнеса, то произошел выкуп предприятия администрации. Как заявил глава студии Себастьян Войцеховский, это стало возможным благодаря доброй воле Тима Суини и совета директоров Epic Games, которые одобрили решение и не стали удерживать команду. Коллективы расстаются в отличных отношениях и продолжат плодотворное сотрудничество. Напомним, что именно благодаря этому союзу в прошлом была выпущена ПК-версия оригинальной Gears of War, а в будущем состоится релиз экшена Fortnite. И, кстати, права на Bulletstorm поляки всегда сохраняли за собой, поэтому мы очень надеемся, что сиквел не заставит себя ждать.
До завершения первого сезона Life is Strange осталось еще два эпизода, однако в Dontnod уже вовсю размышляют над тем, что делать дальше. В одном студии уверена точно, если потенциальный второй сезон когда-нибудь и увидит свет, то его посвятят совсем другим героям. А это значит, что где-то к концу лета нам покажут финал удивительной истории Макс и Холли. Скорей бы. Несколько выпусков назад мы сетовали на то, что Bethesda не принимает постъядерную валюту в качестве оплаты за Fallout 4. Оказалось, что это не совсем так. Один находчивый фанат отправил в офис компании 2240 крышек, сопроводив внушительную коробку остроумным посланием. В издательстве решили, что курс конвертации довоенных долларов в послевоенные крышки оказался адекватным и пообещали отправить парню копию игры, когда она выйдет. Но только ему одному. Подражатели могут расслабиться. Тем временем Fallout Shelter продолжает свое победоносное шествие по айфонам и айпадам. За неделю с момента релиза она стала самой скачиваемой игрой магазина в 48 странах, а в 25 и вовсе заняла первое место среди всех приложений в App Store. При этом в 37 государствах Fallout Shelter еще и входит в пятерку самых прибыльных игр площадки Apple. И это проект, на который, по признанию Тодда Говарда, команда все никак не решалась выделить время. Мы, конечно, рады таким успехам, но все же немного опасаемся, как бы издательству не захотелось бросить разработчиков Fallout 4 на новые мобилочки. Разработка заключительной части Uncharted продвигается по плану, чего не скажешь о киноадаптации приключений Нейтана Дрейка. Стало известно, что Сет Гордон покинул режиссерское кресло. По каким причинам он, как и предшественники, не задержался в нем надолго, пока не ясно. Одни источники утверждают, что Sony решила повернуть проект в новом направлении. Другие говорят об урезании бюджета. Но совершенно очевидно, что картина прочно застряла в производственном аду. До недавнего времени программа Games with Gold была не слишком привлекательной для владельцев Xbox One. В то время как пользователи 360-ки получали две игры, обладателям новой консоли доставалась всего одна. Но уже с июля их уравняют. На старой системе подписчикам сервиса выдадут Plants vs. Zombies и Gears of War 3. А на Xbox One пользователи смогут загрузить Assassin's Creed Black Flag и милейший платформер So Many Me. Ну а если вы предпочитаете PlayStation Plus, то придется подождать до среды. В этот день Sony назовет бесплатные игры июля. Square Enix продолжила приятную традицию и вновь позволила фанатам решить, что войдет в состав коллекционки ожидаемой игры. В прошлый раз это была Just Cause 3, а теперь Deus Ex Mankind Divided. Целых 9 предметов, но выбрать можно только 3. И какой же нелегкий это будет выбор. 40-страничный мини-артбук, нарукавник в стиле роботизированной руки, две статуэтки Адама Дженсона и даже шикарный набор из 4 моделей оружия. Глаза разбегаются. В индустрии информационных технологий широко распространена практика материально вознаграждать тех, кто указывает на уязвимости в софте. В случае с играми это пока не стало мейнстримом, но создатели Ark Survival Evolved сделали первый шаг. Они пообещали платить по $200 каждому, кто сообщит о проблеме, которая наблюдается в онлайне на официальных серверах проекта. Ну а что? Ранний доступ ведь? Если игроки готовы покупать сырой продукт, то пусть у них будет хоть какая-то компенсация за расходы. Утраченные нервы. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Минувшая неделя прошла под знаком сериалов. Новыми главами обзавелись Dreamfall Chapters и Tales from the Borderlands. Работу Telltale, пожалуй, можно назвать лучшей из всего, что она делала со времен первого сезона «Ходячих мертвецов». Если сомневаетесь, загляните на сайт и прочтите нашу субботнюю рецензию. В четверг состоялся релиз давно обещанной версии Drive Club для подписчиков PlayStation Plus. Увы, спустя полтора года и миллион проблем, эффект явно будет не таким, на какой рассчитывала Sony. А завтра из раннего доступа Steam выберется пошаговый стелс-экшен Ronin. Возьмите его на заметку, если вам в свое время приглянулась Mark of the Ninja. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов, таких как леденящий душу хоррор Холад и уморительная третья глава Tales from the Borderlands. До встречи в следующих выпусках Games Blender, друзья!
キーブレード戦争って知ってる？マスターから何度も聞いたさ。じゃあロストマスターって聞いたことある？キーブレード戦争は彼らが起こしたんだ。初耳だな。本当は知ってるんだろ？彼の地で光は闇に敗北する。もう決まってるんだ、この世界の結末は。もし闇に敗北するなんて結末になるなら俺が書き換えるさ。光は闇と違って目に見えるものだけじゃない。最後までわからないさ。期待してるよ。